Всем привет! Что я вымудрила? Что я хочу? Я хочу покраситься. Сначала хотела осветлить корни, а потом покраситься, но так как я вообще-то это так часто не делаю, прошло только где-то полтора месяца, но они, конечно, немного отросли, но я думаю, ладно. В общем, решила пока немножечко поэкспериментировать. Ну, конечно, многие скажут, что я больная, но ничего страшного. Я давно, честно сказать, хотела покраситься в этот цвет. Но это просто тоник, поэтому ничего страшного. Через несколько смывок он смоется, поэтому я слишком не переживаю. Я давно хотела покраситься в этот цвет. Уже, наверное, года полтора как. Но муж постоянно меня отговаривал, говорил, ну ты же мамочка, куда тебе, как так можно? И я думала, ну ладно, пофигу. Но все равно постоянно как-то вот мне хотелось, вот я знаю себя, если у меня что-то там где-то свербит, я все равно рано или поздно это сделаю. Ну ничего страшного, подумаешь, ну похожу немножечко в таком цвете, повеселю детей, окружающих. Мужа шокирую. В общем, продолжайте смотреть, посмотрите, какая я буду красотка новенькая, с новым цветом волос. Ну, конечно, не знаю, какая будет реакция у мужа. Я думаю, он будет в шоке, потому что он не будет знать, что она смоется через несколько раз. Вот, поэтому он, наверное, вообще будет просто в конкретном шоке. Он скажет, о боже, что ты натворил? Ну, ничего, так веселее. Сюрприз будет. Иногда тоже нужно. Правильно? Вот такая вот неожиданность. Подумаешь, домохозяйка, подумаешь, дома сидит постоянно с детьми. Вот даже так умудряюсь периодически чем-нибудь шокировать своего любимого мужа. Так что поехали. Та-дам! Я буду краситься, ну это не краска, тоник от L'Oréal Colorista. В, кто понимает по-английски, pink hair. Я буду розовенькая. Или не знаю. Ну вот, видите, здесь, смотря какой волос, но судя по картинке, у меня должен получиться прямо такой пастельный розовый. Ну не знаю, не знаю. Первый раз крашусь такой краской, тоником таким, не знаю, какой будет результат. Но я вот хочу именно вот, чтобы получился вот такой. Так что будем приступать. Здесь инструкция подробная. Кстати, есть также на русском языке написано. Вот так выглядит сам тоник. Такой вот маленькой упаковка перчаток. И все. Здесь написано, что нужно вымыть волосы на чистый, чтобы лучше проявился цвет. Ну, у меня как раз чистый волос, я только вымыла сегодня. Вот, так что буду сейчас наносить красочку. Держать ее, наверное, я думаю, что минут 15. И потом смою, высушу и покажу вам. Я сейчас, когда наносила этот розовый тоник себе на волосы, я прям вот 10, минут 10 его наносила, и прям такая у меня улыбка до ушей, я такая счастливая его наносила. И чем больше я его наносила, проходило время, я смотрю, вот он все ярчает, ярчает, и мне все больше и больше начинало нравиться. Я никогда, я, честно сказать, первый раз вот так вот красилась, прям с такой улыбкой, с таким счастьем. Ну, пока еще ничего не известно, потому что я еще не смыла. А такое часто бывает, что вроде кажется красиво, а когда смываешь, совсем некрасиво. Но не знаю, в общем, я так предвкушаю результат. Надеюсь, что мне понравится, и муж оценит, и мужу понравится. Ну, в принципе, это не так важно. Главное, что мне прям на душе так стало хорошо, не знаю почему. Ну, иногда бывает скучно, как-то грустно на душе, и вот хочется себя как-то повеселить, скажем так. Поэтому разные вот такие вот экстремальные мысли в голову приходят. Там тюбичек такой 80 миллилитров. И вот на мой короткий волос, ну вы видели, да?
буквально только-только, вот с натяжкой, вот, ну серьезно, вот с натяжечкой. Если, конечно, волосы длинные, то там одной не обойтись. Я, честно сказать, вот так почему-то подумала, что мне не на один раз хватит. Почему я так подумала, я не знаю. Но он оказался только на один. В общем, так что это такое удовольствие примерно на недельки две, наверное, не больше, потому что, ну, как раз я пока несколько раз помою голову и все смоется. Ну, посмотрим. Ждем-с. Ну вот, смотрите, в общем, вот такой цвет у меня получился. Укладывала, укладывала, сильная жара, все равно сразу начинает волос кудрявиться, завиваться. В общем, вот так вот получилось. Цвет получился так, как я и думала, так как, в принципе, и на коробке. Единственное, что мне не понравилось, что неравномерно прокрашивается, хотя я очень хорошо промазывала, все вот так расчесывала. Ну, в принципе, ладно, все равно через, думаю, пару раз он смоется, останется только такой оттеночек розовенький. В принципе, я так и хотела. В общем, мне нравится, я довольна. В общем, цвет настроения розовый. Повеселила сама себя. Вот, муж, когда увидел, конечно, минуту две со мной разговаривал, потом резко выпучил глаза и сказал: «Ты что такое сделала? Почему? Почему мне не сказала?» Он не ругался, ничего, он просто был в шоке. Он даже расстроился, потому что он думал, что я так буду ходить всегда. Я говорю: «Нет, скоро смоется, не переживай, немножечко повеселю себя, тебя, окружающих, вот, девчонок». В общем, не расстраивайся. Ну и через минут 10 он уже привык и сказал: «Любимый, ты похож сахарная вата». В общем, я похожа на сахарную вату. В общем, вот так вот. Немножечко мама сошла с ума. Ну, ничего. Ну, надеюсь, вам понравился мой эксперимент. Немножечко похожу в розовом цвете. Ну, все. Всем пока-пока. Не бойтесь экспериментировать. Ну, только, конечно, в меру разумного. Вот. Всем хорошего настроения. Всех целую. Всем пока-пока.